Диалог на равных. Мастер-класс под таким названием состоялся в рамках окружного фестиваля «Театральное Приволжье». В Театре юного зрителя имени Сеспеля прошла встреча с режиссером, заслуженным деятелем искусств Республики Башкортостан Байрасом Ибрагимовым. В творческом багаже Байраса Ибрагимова более 100 спектаклей, большая часть по пьесам современных драматургов. Режиссер известен чебоксарской публике своим спектаклем «Алые паруса». Постановка уже успела покорить сердца зрителей. Вчера только один прошел спектакль, я посмотрел. Актеры великолепно играют, то, что я хотел. А вот сейчас уже будет спектакль по Пушкину. Это «Метель». Актеров как бы выбрал. У нас уже было несколько репетиций. Я бы сказал, труппа данного театра имени Сеспеля, она очень талантливая, такая работящая, которая хочет работать. Такая оценка дорогого стоит. У актеров Тюза открылось второе дыхание. По мотивам повести Пушкина режиссер создал свою вариацию, сделав упор на мистическую сторону произведения. Там выступает природная сила, метель, которая не дает соединиться влюбленным. Но, конечно, о любви. О любви будет спектакль, потому что это юные зрители, это зарождение чувства. Мастер рассказал о запросах современного зрителя, допустимых границах интерпретации, о новациях в театральном искусстве. Для Николая Григорьева диалог на равных стал настоящим откровением. Тебе сам мастер своего дела рассказывает, как держать себя, как держаться в обществе, как держаться на сцене и не только, дает полезные советы. И тем не менее, каждый актер – это личность. Он сам выбирает, как и куда двигаться. После этой встречи я много узнала для себя. То есть, как это быть режиссером, как ставить все, как работает вообще сам режиссер. Но сама не хочу быть режиссером. Я лучше актер. Я себе вот выбрала, второй год обучаюсь. Я вижу себя более в комедийном. Люди смеются. Я когда вижу вот улыбку на их лицах, у меня сразу внутри все, у самой тепло, хорошо, радостно вот. Диалог пошел на пользу всем участникам встречи. Мастер увидел потенциал, а актеры – новые горизонты. Наталья Мальчикова, Юрий Марков, Республика.